Курсанты Института береговой охраны, школьники, ветераны, гости и жители города-курорта отдали дань памяти подвигу героического десанта. Очень трогательно прозвучало выступление внучки героя Дмитрия Калинина, Инны Валерьевны. Продолжатели фамилии Калинина свято берегут память о легендарном деде, часто бывают на Анапской земле и участвуют в мероприятиях, посвященных памятным военным событиям. Я хотела бы поблагодарить вас всех от своей семьи, что вы помните, что вы несете это все, говорите детям, внукам, за огромное спасибо за мемориальную доску. Это великое дело. Низкий поклон вам. Отряд калининцев – вечный пример мужества и самоотверженности. Имена героев навсегда высечены на граните. Мы увековечиваем имена всех тех 34 героев, которые высадились в ночь с 30 апреля на 1 мая здесь, вот именно здесь, в Варварской щели поселка Суко, и совершили свой героический подвиг, о котором знает каждый анапчанин. Участники митинга возложили цветы и почтили память павших героев минутой молчания.